согласитесь, воздух уже насыщен запахом мандарин и лесной хвои. Пожалуй, самые главные запахи предстоящего Нового года. Сегодня мы находимся на ледовой арене, что на Красном Камне, и для детишек он уже наступил. Новый год – это всегда нечто особенное, волшебное и загадочное, когда ждешь чуда и подарков. Ребята из Ленинского района Днепропетровска получили этот подарок. И вновь от народного депутата Евгения Морозенко, который вместе с городскими и районными депутатами организовал для них новогодний праздник. Это уже традиционно, это не первый уже праздник детский такой мы организовываем. Я имею в виду районная организация партии регионов, я как народный депутат. Вот такое представление нам пришло в голову вместе, всей нашей команде. Я, честно говоря, даже не помню, кто первый предложил, но нам всем понравилось, и мы решили праздник детям такой организовывать всегда. И это делаем с большим успехом, на энтузиазме, на... Может, это не так там шикарно выглядит, потому что нет звезд, но зато наши звезды нам дороже. В Ледовом дворце, что на Красном Камне, прошел спектакль балета «На льду айсберг», который представил музыкальную детскую сказку «Бременские музыканты». Сколько радостных эмоций это представление вызвало у ребят. Очень понравилось, интересно, и так много актеров, в отличие от прошлого года, там было 3 или 4 актера, в этом году вообще супер. И еще, никто в этот день не остался без подарков, и артисты, и зрители получили сладкие пакеты. Не правда ли? Замечательный праздник!